При тарифе в 3 гривни перевозчики могут работать, уверены некоторые водители. Но не все. Сегодня маршрутчики вновь бастовали под горсоветом. Впрочем, причины на этот раз у перевозчиков 46-го и 74-го маршрутов были иные. С самого утра чуть больше 10 маршруток припарковалось напротив горсовета. Водители заявляют, они работали и раньше, но теперь от прошлого собственника маршрута уволились, а им не поставили даже стаж в трудовые книжки. На самом деле, люди, которые проработали по 10, по 8 лет там, сейчас пришли за трудовыми книжками на увольнение. Им поставили срок работы, стаж 8 дней, месяц, 2 месяца. Если не будет этих всех вот схем, то есть не будет мыльных пузырей, тогда все, в принципе, получится. 3 рубля – это максимальная цена, по которой можно сейчас даже при этом топливе работать. Но самое главное, маршруточники отмечают, перевозчики могут работать при минимальном подорожании в 50 копеек, а не на гривну. Ситуация такова, что на автобусе рубль 50 поехало человек 8. В салоне это была вместимость салона 150 человек. Маршрутки были забиты. Что это значит? Это критерий. Это показатель того, что можно смело повышать стоимость проезда на маршрутных такси до 10-15 гривен. Но управление транспорта, городской совет должны побеспокоиться о том, чтобы присутствовали автобусы по рубль 50. Весь сырбор заключается в том, что до проведения тендера, а это 6 мая, на маршруте перевозка осуществляет прежний собственник. Эти люди от него уволились. Говорят, до сих пор действует система поборов. И на своем маршруте остаться работать пока не могут, а потому просили хотя бы дать им временное разрешение на перевозку до проведения тендера. Есть только один путь, это путь законный. Законный путь, вы должны пройти конкурсные процедуры. Выиграете конкурс, будете законно обслуживать маршрут. Пока вы конкурс не выиграете, вы вне закона. Давайте сделаем так, что мы в законе, потому что... Давайте тогда поменяйте закон. Вы, по-моему, пришли за закон. Я законы не меняю, я местное самоуправление, я их выполняю. Нас прессуют, не дают работать. Еще раз повторяю. Они занимаются этим вопросом. Я не могу комментировать действия милиции, но вы нечестный перевозчик. Вы незаконный перевозчик, нелегал. Вот, чтобы мы были законными, дайте нам временный дозвол. Между перевозчиками, владельцами машин и теми людьми, которые вызвали тендеры. Мэрия здесь заключает договор только с одним, с тем, кто является перевозчиком, кто представляет транспортную компанию. Со Степаненко, нам только с одним, правильно сказал. Договор на обслуживание машины, на паркинг. У нас таких номер ровно 26 в городе. В любом случае, в ближайшее время этот вопрос будет решаться в правовом поле с привлечением юристов. А уже на завтра, заявляют водители, под мэрию приедут другие перевозчики, которые будут требовать немедленного повышения цены на проезд.